Всем привет! Сегодня хотел бы поделиться таким опытом. Парковка в центре. Вот в данной ситуации администрация города приняла решение о платной парковке в центре. Соответственно, я нахожусь возле Литейной улицы, и парковка здесь платная, обозначена знаками вот выше указанными. Соответственно, первые 15-20 минут это бесплатно. Вы подъезжаете. Как это было сегодня со мной, как раз на моем пути попался человек, ответственный за вот это, ходит со сканером, просто сканирует, если машина не оплачена. Соответственно, вот такой терминал стоит, здесь очень простая информация, оплата парковки, вводите номер транспортного средства, соответственно, оплачивается через банковскую карту, либо через мобильный телефон. Соответственно, очень простое меню. Заводится номер машины, и в автоматическом режиме это все высвечивается в базе. Так что, в принципе, кто не хочет попасть на эвакуацию автомобиля, рекомендую оплачивать парковку. Она стоит 60 рублей в час. Соответственно, я взял 5 часов, это у меня обошлось 300 рублей. Но за машину я не беспокоюсь, потому что честно оплатил парковку. Также у парковщика, ну не у парковщика, а вот, так скажем, инспектора, я спросил такую ситуацию, а если просто снять номер и уйти, соответственно, в таком случае по борьбе с антитеррором данные автомобили эвакуируются на платную стоянку, и помимо штрафа вы еще оплачиваете эвакуацию автомобиля. Соответственно, лучше на этом не экономить, не мудрить, своевременно оплачивать стоянку. Знаете, что в центре она, вот сейчас на Жуковском мы стоим, да, соответственно, знаками обозначено, что здесь зона платной стоянки. Напомню еще раз, 15-20 минут у вас есть бесплатные. Это для тех, кто подъехал, разгрузиться, высадить человека, этого достаточно. Соответственно, всем рекомендую пользоваться данным терминалом, чтобы не попасть на более, так скажем, большие деньги. Так что всем удачи, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго.